Договор о правовом статусе Каспия могут подписать в 2018 году. После 25 лет обсуждения прикаспийские страны приблизились к решению вопроса. Все надежды на Астанинский саммит глав государств, где ожидается принятие конвенции по Каспийскому морю. В начале 2018 года в Астане ожидается пятый саммит руководителей прикаспийских стран. В последнее время на официальном и экспертном уровнях выражаются убеждения, что региональные государства окончательно определятся со статусом общего для них Каспийского бассейна именно на этой встрече. Долгие годы между странами велись переговоры, которые сблизили их по многим отраслям сотрудничества на Каспии. Такие страны, как Казахстан и Азербайджан, смогли согласовать общую позицию по данному вопросу. Работа уже завершена на 80%. По тексту проводятся серьезные переговоры. У всех государств есть общее мнение о том, что Каспий является морем мира, дружбы и сотрудничества. В целом, в вопросе правового статуса Каспия Азербайджан и Казахстан выступают с единой позицией. Наблюдаемые интеграционные процессы в Каспийском бассейне оказывают положительное влияние на сближение позиций стран по правовому статусу. Эксперты считают, что реализуемые в последние годы региональные транспортные и энергетические проекты стали факторами, объединяющими интересы стран и создающими атмосферу взаимного доверия. Потому что долгий путь, почти в 25 лет, который пришлось преодолеть на пути, значит, разрешения очень спорного, очень тугого вопроса, он постепенно выходит на уровень своего позитивного разрешения. Некоторые прикаспийские страны уже давно договорились между собой по ключевым вопросам. Так, Казахстан и Азербайджан подписали соглашение о разграничении дна Каспийского моря. Такая же договоренность существует между Казахстаном и Россией. Есть и множество других соглашений по защите морской среды, совместному реагированию на чрезвычайные ситуации, которые подписали все страны Каспия. Остается только всеми пяти государствами пойти на решающий шаг – принять конвенцию. И в этом контексте Астанинский саммит может стать историческим. Шафагалиева, Ильшан Шахбалаев, Азербайджан, Баку.